Привет. Привет. Вы член экипажа? Пассажир. Джим Престон. Аврора Лейн. Вы знаете, что происходит? Никто рядом со мной не проснулся. Как и у меня. Ровно за месяц до нас должен был проснуться экипаж, но я никого не видела. Экипаж еще спит. То есть никто не проснулся? Только я. Только вы? Я и вы. Подождите, но скоро нужно сажать корабль. Прибудем приблизительно через 89 лет. Через 89? Все пассажиры должны проснуться вовремя. Это мы, Рана. Нам нужна помощь. Где экипаж? Экипаж в строго охраняемом гибернационном отсеке. Все важное, пульты управления, реакторы, двигатели, все под надежной защитой. К ним не подобраться.